Пашинян – символ поражения, лицо поражения, а войну проиграли армянские генералы. Так считает российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко. Претензии, которые часть армянского общества и оппозиции адресуют Пашиняну, они должны адресовать не ему, а вооруженным силам Армении, которые проиграли войну, армянским генералам, которые обещали оболваненному идеями Гарагин-НЖ армянскому обществу в случае новой войны дойти до Баку, а в итоге драпавшим до Еревана, и армянским пропагандистам, зомбировавших армянских обывателей невиданными победами наших воинов Львов. Об этом написал Караченко в своем телеграм-канале в связи с нарастающей волной недовольства Николом Пашиняном в армянском обществе. В итоге Армения имеет то, что имеет, оказавшись у разбитого корыта. И причем тут Пашинян? Он лишь символ поражения, лицо этого поражения, отмечает российский аналитик.